шум – це система, яка змогла проєднати і жорсткість, і м'якість стилю. Ну, а як воно виглядає, прямо зараз і побачите. Будь ласка. Українське представительство кіного Годзилю карате до в Києві демонструє ката Сайфа. Переводиться як «розривати і пробивати наскрозь». Первая в классе мастерских кадров. Подразумевает максимальное выявление духовных и физических возможностей человека, а также стремление, которое, согласно Бусидо, разрушает любое препятствие. Бункай – расшифровка движений ката. Сейчас вы увидите ката Санчин, визитную карточку школы Годзилю карате до, главная ката, которая направлена на набор энергии и укрепление тела человека. Шиме – это проверка правильности выполнения, окинавский аналог практики железной рубашки. Проверку шиме делает Артем Николаевич Яковлев, третий дан. Любому подяку, Тетяна, не забуваємо, дякуємо.